Сегодня среда, 15 ноября. В прямом эфире RTVI вы смотрите программу «Дежурный по Нью-Йорку». Главные городские новости. В студии Наталья Романова. Здравствуйте. Программа сегодня выходит при поддержке салонов оптики «Мега Вижн». Нас также поддерживает и компания 1-800-Accident. Помощь юристов при авариях и травмах. Напоминаем, мы вещаем не только в телевизионном эфире, но и в социальных сетях. Присоединяйтесь к нашей трансляции на Фейсбуке, в Ютубе. Ставьте лайки, комментируйте, пообщаемся на рекламе и смотрите сегодня. Пассажир хотел захватить самолет, но попытка не увенчалась успехом. Как решают в авиации вопрос обеспечения безопасности на фоне роста террористических угроз? Еврейские студенты наносят ответный удар. На руководство Нью-Йоркского университета подали в суд за антисемитизм. Труду все возрасты покорны. Появилась новая программа для пожилых людей, продолжающих движение по карьерной лестнице. Тактика «хватай и беги» снова сработала. Из известной галереи похитили литографию Марка Шагала стоимостью 100 тысяч долларов. Он не просто Кен. Назван фаворит следующей церемонии вручения кинопремии «Оскар». Об этом и не только расскажем прямо сейчас. Начинаем с обзора происшествий. Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину, который сам пришел в отделение NYPD и сознался в тройном убийстве. На Дэвида Дэниела надели наручники прямо на месте, а после началась проверка. В доме Дэниела обнаружили тела трех человек. Это была пара арендаторов, которые задержали оплату за квартиру на первом этаже. Затем девушку подозреваемого нашли мертвой в их спальне этажом выше. Мотивы преступления пока выясняются. О том, что еще произошло в городе и за его пределами, расскажет Михаил Терентьев. Это видео изучают следователи NYPD. На кадрах видно, как двое сотрудников полиции стали жертвами нападения на платформе метро. Это произошло в Бронксе на станции Фримен-стрит. Драка завязалась после отказа группы молодых людей потушить сигареты. Они курили прямо у вагонов. Автор ролика остается пока неизвестным. Полагают, что он мог знать нападавших, которые избивали людей в форме с особой жестокостью. Тем не менее, полицейские тогда взяли верх. На месте арестовали двоих дебоширов. Ими оказались Карим Маклари, 23 года, и Исайя Джессами, ему 20 лет. Им уже предъявлены обвинения, а вот третьего участника драки все еще разыскивает полиция. На этих фото грабители, которых сейчас разыскивает полиция, по данным NYPD, их целью почти всегда были аптеки в Квинсе. По предварительным данным, суммарный ущерб от их действий оценивается в 55 тысяч долларов. Пока известно, что преступники проникли в 9 торговых точек, и каждый раз это был взлом посреди ночи. Свою деятельность они начали еще с конца октября, пока мало что известно об их личностях. Предполагают, что они передвигаются на белом внедорожнике Mercedes-Benz или сером Audi. Расследование продолжается. Весь минувший вечер, вплоть до глубокой ночи, сотрудники полиции Стейтен-Айленда разыскивали преступника. По неподтвержденной информации, неизвестный мужчина проник в один из частных домов, но успел скрыться до приезда наряда NYPD. Тем не менее, на его поиски были брошены все силы. На помощь полиции пришли и соседи. Они заявили, что случаи воровства в их районе участились и поэтому намерены помогать правоохранителям. О личности злоумышленника известно мало. В тот вечер он был одет в черные брюки, белую рубашку и черно-зеленые кроссовки Nike Jordan. Тем временем полиция Манхэттена все еще расследует причины крупного ДТП в районе Верхнего Истсайда. По предварительной версии, автобус МТА сбил мотоциклиста. На этих кадрах видно, как медики скорой забирают пострадавшего с места происшествия. Это случилось на пересечении 2-й авеню и 67-й улицы. Полагают, что водитель мопеда мог нарушить правила дорожного движения и выехать на полосу для общественного транспорта. Пострадавший в больнице, угрозы для его жизни нет. Расследование продолжается. Михаил Терентьев, Эдуард Клейнер, RTVI, Нью-Йорк. Поли...
полиция арестовала пассажира, пытавшегося сорвать авиарейс компании Republic Airways. Самолет вылетал из города Омаха в Нью-Йорк. Во время выезда самолета на взлетную полосу мужчина по имени Уэсли Роберт Орбан, выкрикивая религиозные лозунги, вскочил со своего места и начал ломиться в кабину пилота. Злоумышленника задержали пассажиры рейса, а они передали его в руки полицейским. Орбану предъявлено обвинение в попытке вмешательства в деятельность членов летного экипажа и обслуживающего персонала. Пожарная служба Нью-Йорка запускает масштабную кампанию по борьбе с литий-ионными батареями, которые используются в электрических велосипедах и самокатах. Только в этом году подобные аккумуляторы стали причиной более 200 пожаров в городе, в которых погибло 17 человек и 124 получили ранения. Недавняя трагедия в Бруклине, унесшая жизни троих человек, подтолкнула пожарных к новым мерам. Программа носит прежде всего образовательный характер. Потребителей учат правильно обращаться с аккумуляторами и покупать только сертифицированные товары, на которых стоит специальная отметка. В интернете даже есть видео, где показано, как отличить оригинальный знак качества от подделки. Также комиссия по безопасности потребительских товаров США работает над обязательными стандартами для литий-ионных батарей. Недавно она отозвала из продажи более 20 продуктов из-за ненадлежащего качества. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Никуда не уходите. Далее расскажем, почему студенты Нью-Йоркского университета подали в суд на учебное заведение. Оставайтесь с нами. Как живут наши на разных континентах? С нами все везде говорят на русском. Таксисты даже говорят, что по нашим лицам видно, что мы белорусы. Стас Путильцев. Всем добрый вечер. Наталья, приветствую. Хорошего эфира и позитивного настроения. Благодарим вас, Стас. И вам тоже хорошего настроения. Борис написал: «Добрый вечер, Наташа, добрый вечер, всем привет, Миша». Привет, Борис. Миша в аппаратной наверняка слышит, как я читаю ваш комментарий, и передает вам привет. Алена говорит: «Добрый вечер всем хорошим людям». Алена, большое спасибо, что смотрите снова наш эфир. Вас тоже приветствуем. Зина пишет: «Здравствуйте, Наталья». Здравствуйте, Зинаида. Вас тоже приветствуем. Спасибо, что подключились. Эля пишет: «Добрый вечер». С комплиментом благодарю. И всему коллективу аппаратной тоже передает привет. Спасибо большое. Нам это всегда очень приятно. Так, затем Димитриус написал: «Ну и жесть там». Я думаю, что это, возможно, вы комментируете наш обзор происшествий. Затем Эля пишет: «Посылают тепло великому городу Нью-Йорку, плюс 28 из Майами». Спасибо, у нас действительно похолодало. Чувствуется, что ноябрь уже в полную мощь входит в свои права. И будет все холоднее и холоднее. Нелли пишет: «Привет из Мурманской области». Нелли, вас тоже приветствуем. Спасибо, что подключились. Давайте почитаем сейчас в Фейсбуке, может быть, кто-то тоже присоединился к нашему выпуску. Нам прислал кто-то смайлик разбитого сердца. Не знаю, чем уж мы так вас расстроили. Насиба написала: «Всем добрый вечер и привет из Нью-Джерси, хорошего просмотра». Большое спасибо, Насиба. Спасибо, что присоединились, наш постоянный зритель. Мы продолжаем. У нас еще много интересных новостей и будем потихоньку возвращаться в эфир.
прямой эфир программы «Дежурный по Нью-Йорку», и мы продолжаем. Кэти Хокул накануне заявила, что она возмущена перебоями в работе компании «Амтрак». Губернатор штата Нью-Йорк поручила своей администрации расследовать причину, по которой возникла данная проблема, и принять экстренные меры. Тысячи жителей Нью-Йорка полагаются на услуги «Амтрак» при ежедневных поездках на работу или в длительные путешествия. «Я возмущена тем, что сообщение между Олбани и Нью-Йорком приостановлено так надолго, особенно в преддверии самых напряженных дней в году, праздничных выходных, приуроченных ко Дню Благодарения. Мы знаем, что ремонт стареющей инфраструктуры может быть затруднительным, но такая длительная задержка неприемлема». Напомню, движение поездов «Амтрак» между Нью-Йорком и станцией Кроттон-Хармон было временно приостановлено в начале недели по соображениям безопасности. Проблему представляет расположенный над путями гараж, пришедший в аварийное состояние. Здание находится на западной 51-й улице между 10-й и 11-й авеню. Городские инженеры активно занимаются решением проблемы, а пассажирам предлагают пересесть на поезда, отправляющиеся на север штата с центрального вокзала. К другим новостям. Еврейские студенты подали в суд на Нью-Йоркский университет, обвинив его руководство в антисемитизме и создании враждебной среды. Три истца – Белла Ингбер, Сабрина Маслави и Саул Тавил – заявили, что антисемитизм был серьезной проблемой в учебном заведении еще до того, как в прошлом месяце началась война между Израилем и террористами Хамас, но с тех пор лишь усугубился. В частности, на студенческих митингах в поддержку Палестины разрешались плакаты, предлагавшие отправлять евреев в газовые камеры, и надписи вроде «Гитлер был прав». В своем иске студенты утверждают, что руководство учебного заведения, в том числе и Линда Миллс, ставшая президентом в июле, игнорировали их жалобы. Ранее в этом месяце Миллс отклонила петицию, выражавшую обеспокоенность участившимися случаями антисемитизма. Документ собрал 4000 подписей от студентов и работников университета. Иск, поданный во вторник, требует от Нью-Йоркского университета уволить сотрудников и отчислить студентов, ответственных за антисемитские оскорбления, а также выплатить компенсации и штрафы. Мы поговорим на эту тему сейчас с нашим гостем. К нам присоединяется Леонид Гуревич, режиссер фильма «Коллективное усилие». Леонид, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Здравствуйте. Большое спасибо. Я заранее извиняюсь. Голос чуть пропал, но надеюсь, все будет нормально. Я думаю, что прорвемся обязательно. Ну, давайте начнем с того, какие чувства у вас самого вызывают все, что сейчас происходит в городе. Массовые пропалестинские протесты, вспышки антисемитизма. Мы знаем, что вы отменили премьеру вашего фильма в связи с этим. Как это было? Я действительно отменил премьеру фильма. 29 октября должна была быть премьера фильма «Коллективное усилие» о еврейской самоидентификации, как раз о эмигрантской самоидентификации, о творческих людях. Самое, пожалуй, нелегкое решение в моей жизни, но, как показывает то, что происходит, оказалось правильным. Потому что, во-первых, за две недели до премьеры происходят немыслимые зверства в Израиле над еврейскими людьми, взрослыми, пожилыми, детьми, которые на минуточку до сих пор в заложниках. Какая премьера с красной дорожкой и вечерними платьями? Это просто дни во время чумы, фактически. После этих зверств сразу же Хамас призывает убивать евреев по всему миру. А у меня зал на 750 мест. Институт моды дал мне свой зал. То есть это еще и из соображений безопасности пришлось отменить. Поэтому я переношу премьеру на следующий год. Я надеюсь, что как-то это все разрулится, как-то, ну, во-первых, что вернут заложников, по крайней мере, для начала. А потом как-то, я надеюсь, что это все, ну, по крайней мере, я не знаю, но люди в настроении, что ли, будут хотя бы еврейскую идентичность хотя бы отметить. Потому что фильм об этом. И также я должен буду внести, я должен буду переформатировать фильм, я чувствую, я... Учитывая последние события, я не могу оставить его как есть, поэтому также я использую это время, чтобы добавить туда каким-то образом вот это вот последние события. Вы запустили недавно в соцсетях инициативу, это хэштег «Light will prevail», «Свет победит». Расскажите немного об этом, что это означает? Это означает то, что я со своей стороны, как дизайнер, стилист, фотограф, я...
не то, что вынужден, а этим я занимаюсь всю жизнь. Я занимаюсь тем, что я создаю эскапизм. Эскапизм для людей. А помимо того, что это моя работа, но также эскапизм, за который я обеими руками. Надо чувствовать, это тонкая разница между эскапизмом и просто между глухим непониманием ситуации. Сейчас не до красивенького, сейчас не до премьер. Но в то же время невозможно все время людям питаться морально, визуально вот этим диким контентом. Им что-то нужно все-таки небольшое такое отвлечение, что ли. Поэтому я, и к тому же эскапизм, он не о том, чтобы закрыться от реальности, он о том, чтобы получить необходимую передышку, чтобы можно было с новыми силами противостоять вот этому ужасу. То, чему мы вообще, евреи, противостоим уже многие-многие века. И вот, к сожалению, опять это все продолжается. Поэтому я буду публиковать под этим хэштегом «Light will prevail», что означает «Свет восторжествует», «Свет победит». Я буду публиковать интересный, воодушевляющий, вдохновляющий, развлекательный контент. Фото со съемок, какие-то интересные мысли, видео с закулисной и так далее. Безусловно, всем сейчас хочется отвлечься и ощутить хоть немного вдохновения в том, что сейчас происходит. Что еще могут сделать творческие люди для того, чтобы бороться с растущими вспышками антисемитизма? И как вы считаете, правильно ли поступили студенты Нью-Йоркского университета, подав на заведение в суд? Я считаю, это прекрасно, то, что они подали в суд. Я считаю, что евреи по всему миру вообще должны как можно больше подавать в суд. Не брать на работу всех, кто выступает против Израиля, не давать ни денег, ни зеленого пути. Вот если вы за Палестину, вот пусть они вам помогают, да? Вообще езжайте в Палестину, чтобы там вы, так сказать, пожили и попробовали. Потому что в основном люди, которые, не в основном, а большинство, которые высказываются против Израиля, они не жили ни в Израиле, не в Газе. Они сидят у себя на диванах и в Фейсбуке строчат вот эти вот отвратительные месседжи и ходят на эти демонстрации. Поэтому подать на университет, который стоит на стороне террористов, это самое маленькое, что можно сделать на самом деле. Поэтому, конечно, я за. Вообще, я хочу сказать, что пропалестинские вот эти реакции по миру, в университетах и вообще в мире, они только подтверждают тот факт, насколько силен антисемитизм, насколько он никуда не делся, насколько легко манипулировать людьми и насколько легко заставить и так недалеких людей оправдывать терроризм. К сожалению, нас евреев всего около 14 миллионов, где-то так, население Земли, это ничтожно мало, ничтожно. А сколько создано евреями технологий, медицины, искусства, музыки, культуры, кино и прочее, прочее, прочее. То есть это какой-то мало того, что инфернальный стокгольмский синдром, я так чувствую. Как это, напали на Израиль, а реакция «освободите Палестину» — это что-то нездоровое. Но также это показывает какую-то дикую неблагодарность мира, вообще мира, как реакцию на то, что было сделано евреями. И когда говорят, что история повторяется, никогда снова. История повторяется, потому что ее повторяют монстры одни, а другие монстры, которыми манипулируют, повторяют ее, вот, к сожалению, вот на что делать. Недалекость или там что угодно может быть, или использование евреев как козлов отпущения, это было всегда, это никуда от этого не деться. Но я хочу сказать, что это ужасно, это страшно, будут, конечно, потери, но мы прорвемся. Мы прорвемся, как мы это делали на протяжении веков. Мы прорвемся и победим все вместе. Леонид, спасибо за вашу работу. Мы очень надеемся, что наступит время, и вы обязательно проведете свою премьеру фильма о еврейском наследии, о еврейской культуре, и будет эта красная дорожка, несмотря ни на что. И благодарим вас за то, что вышли сегодня в эфир. Спасибо. Большое спасибо. Леонид Гуревич, режиссер фильма «Коллективное усилие», был с нами на связи.
Ну и еще об учебных заведениях. В колледже уголовного правосудия имени Джона Джея, расположенном в Манхэттене, появятся два автомата, торгующих, нет, не жевательной резинкой, экстренной контрацепцией. Руководство учебного заведения реализовало этот проект с организацией Planned Parenthood для того, чтобы у студентов был дополнительный доступ к противозачаточным средствам. Быстрый, удобный и работающий 24 часа в сутки. В автоматах можно купить препарат After Pill, который снижает вероятность беременности до 90% при приеме в течение 3 дней после незащищенного секса. Средство будет стоить $10 для студентов, ну а дополнительные расходы покроет, конечно же, колледж. Городские власти приостановили программу переработки органических отходов, которую пыталась внедрить компания National Grid. Фирма планировала превращать выброшенные продукты питания и прочий органический мусор в удобрения и экологически чистую энергию на одном из бруклинских заводов. Но на стадии реализации программа столкнулась с рядом проблем, прежде всего связанных с оборудованием. Недавно над перерабатывающим заводом появилась подозрительная дымка. Чтобы не испытывать судьбу, программу приостановили на неопределенный срок. Между тем, несколько дней на этой и следующей неделе власти Нью-Йорка объявили днями альтернативного транспорта. В это время горожан призывают отказаться от поездок в автомобиле, пересесть на велосипед, ну или пройтись пешком. Одна из причин – перегруженность автотрасс из-за приближающегося праздника Дня Благодарения. В это время американцы много путешествуют и отправляются навестить родственников в другие города и штаты. Отказаться от поездок на авто власти призывают горожан завтра, а также в следующий вторник, среду и четверг. Теперь о спонсорах. Программа сегодня выходит при поддержке салонов оптики Mega Vision. В салонах более 1000 оправ и солнцезащитных очков от модных домов Gucci, Prada, Fendi, Tom Ford и многих других. Современная диагностика, подбор очков и проверка зрения Mega Vision и только Mega Vision. Ну а сейчас мы снова прервемся на короткую рекламу. Я продолжу читать ваши комментарии в социальных сетях. Никуда не уходите, далее расскажем о новой программе для пожилых людей, которые ну никак не хотят выходить на пенсию. Оставайтесь с нами. Да. Да. Угу. А кто она? Ты имеешь в виду первого спикера или который должен быть? Я поняла. Хорошо, хорошо. Друзья, я прошу прощения, я не сама с собой разговариваю. Многие думают, что я сошла с ума, периодически в эфире начинаю с собой разговаривать. Нет, я разговариваю с аппаратной. У меня, видите, есть маленький наушник, и мне туда всякие рассказывают интересные, очень полезные вещи. Давайте почитаем комментарии, продолжим. Найдем, где я остановилась. Нелли написала, а у нас на лыжах уже катаются, а у нас катаются на коньках. Уже открылись все катки в Нью-Йорке, и можно покататься на коньках. На лыжах тоже можно. Кстати, есть хорошие лыжные курорты, и тоже не очень далеко, даже в штате Нью-Йорк. Их достаточно много. Если вы любите такой отдых, запросто можно отправиться. Так, затем Мария пишет «Привет из Нью-Йорка». Мария, здравствуйте, наши соседи, спасибо, что смотрите. Джей Ди пишет «Всем доброго вечера и хорошего эфира». Джей Ди, вам тоже спасибо, наш постоянный зритель. Благодарим, что снова к нам присоединились. Алена пишет «Ну да, всех этих соучастников Палестины нужно посодействовать, чтобы они поехали туда жить и не сидели в комфортной цивилизованной стране и поддерживали не люди Хамаса». Это самый большой парадокс, с которым мы сейчас столкнулись вот в эти недели. Это то, что действительно, выступая за поддержку, скажем так, людей, которые живут в Палестине, это, в общем-то, вы выступаете за Хамас, поскольку эти люди выбрали Хамас как свое руководство, и всеми, в общем-то, силами его всегда поддерживают. И, мало того, Хамас использует своих же местных жителей как живые щиты, когда в больницах находятся, в общем-то, уже
мне кажется, на днях опубликовали, армия обороны Израиля опубликовала кадры, где прямо в подвале под больницей оружейный склад, и затем бесконечные туннели, которые сейчас, в общем-то, и взрывают, и пытаются всеми силами. Конечно же, Израиль должен ответить на беспрецедентное совершенно нападение 7 октября, и это сделает с или без международной поддержки. Это понятно. Вот. Но любопытно, что так много людей не понимают, что если бы вот они сейчас поехали в Палестину, вот, допустим, вышли люди с плакатом ЛГБТ за Хамас, если бы они поехали бы туда, то там бы им отрубили, наверное, голову. А мы вернемся в эфир. В прямом эфире RTVI вы смотрите программу «Дежурный по Нью-Йорку», и мы продолжаем. Цены на недвижимость в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня за последние 6 лет. При этом эксперты видят во всем этом интересные закономерности. Ипотечные ставки сейчас выросли до рекордных 8%. При этом спрос на жилье не упал, а цены в прошлом месяце резко подскочили. Причем каждый пятый из проданных объектов недвижимости ушел по цене, превышающей первоначальную. Эксперты объясняют рост спроса сезонными особенностями. Один из пиков покупательской активности на рынке недвижимости приходится как раз на середину осени. А еще цены взлетают из-за ограниченного количества предложений. Особенно дорого жилье стоит в Бруклине, там объекты недвижимости появляются на рынке не так часто. Эксперты говорят, виной всему мода. Иметь жилье в центре Бруклина сейчас престижно. Департамент по делам пожилых людей запустил программу Silver Corps, помогающую пенсионерам найти работу и продолжить движение по карьерной лестнице. Новая особенность специальности – это хороший способ оставаться в тонусе, особенно для мужчин и женщин преклонного возраста. Поэтому в программе можно пройти бесплатное обучение, улучшить свои компьютерные навыки или знания английского. Затем пожилых сотрудников направляют на обязательную волонтерскую практику. Это приносит пользу и физически справляться с новыми нагрузками. Пенсионеры в восторге от этой программы, об этом говорит и статистика. Число работников старше 65 лет, трудящихся в Нью-Йорке, увеличилось в этом году на 12%. Мы сейчас пообщаемся на эту тему с нашим гостем. К нам присоединяется комиссар Департамента по делам пожилых людей Лоррейн Кортес-Васкер. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Thank you very much. Скажите, как вы думаете, что послужило... Интересно было послушать, когда вы читали свою подводку. В принципе, мы с вами сейчас оказались в данном моменте времени, потому что с доходами у людей, вышедших на пенсию, есть небольшие проблемы, учитывая инфляцию и дальше. Приходится работать. Я как раз хотела вас спросить, что послужило толчком для создания программы Silver Corps и кому она будет наиболее полезна? Что ж, мотивация была в следующем. Первое. Взрослые люди на самом деле могут многое предложить, много чего умеют, могут действительно предложить обществу свои умения, и наша цель в том, чтобы соединить опыт и умения тех взрослых людей, которые живут в Нью-Йорке, могли найти отклик в индустрии, чтобы они могли помогать нашему городу и могли быть включены в рабочую силу так долго, как это только возможно. А скачок на 12% среди людей старше 65 лет, которые стремятся вернуться на работу, это, по-вашему, большая цифра? И хотелось бы развить немного тему о том, какую причину вы в этом видите. Я так поняла, что людям просто не хватает денег?
Нет, есть три причины, почему люди идут работать. Первое, да, вы правы, безопасность и финансовые. Естественно, лишние монеты не помешают. Второе, люди хотят пойти работать, потому что хотят продолжать быть активными в своей жизни, продолжать приносить пользу. И третье, я надеюсь, самое важное, это то, что на самом деле работодатели начали понимать, что опыт и умения, которые есть у тех, кому за 65, на самом деле не так-то просто найти. А в каких сферах чаще всего встречаются возможные работы для пожилых людей? И с какими трудностями сталкиваются люди пенсионного возраста на рабочем месте? Что ж, большинство людей за 65 могут найти работу в ритейле, то есть в продажах прямых, в каких-то областях социального характера, будь это работа на городские службы, или что угодно, где ваши умения могут быть применены. На самом деле, уже было показано учеными, что диверсификация рабочей силы — это положительный фактор продуктивности труда на рабочем месте. Таким образом, инклюзивность в данном отношении на самом деле может быть выигрышна как для работодателя, так и для того, кто устраивается на эту работу. Сложности есть небольшие в том, что людям старшего возраста сложно найти работу через интервью, поскольку они, возможно, не имеют такой возможности общаться через компьютер и далее. И наша программа упрощает процесс. В департаменте по делам пожилых людей, где вы работаете комиссаром, какие наибольшие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и в каких сферах вы хотели бы видеть изменения? I would love to see. You talked about the housing. Знаете, проблемы на самом деле огромные с жильем в нашем городе, с доступным жильем. Надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону. И, во-вторых, было бы неплохо, если бы работодатели создавали больше рабочих мест для людей, которым за 60-65. И третье, чтобы создавалось больше мест, где люди на пенсии могут социализироваться, заниматься с тем, что им интересно, и таким образом продолжать быть активными участниками городской жизни. Мы надеемся, что среди наших зрителей тоже есть те, кому поможет новая программа Silver Corps. О ней можно узнать на сайте Департамента по делам пожилых людей. А вас благодарим за участие в программе. Лоррейн Кортес-Васкер была с нами на прямой связи, комиссар Департамента по делам пожилых людей. Спасибо. Thank you for giving us the opportunity to share. Мы рады вам рассказать. Между тем, санитарный департамент Нью-Йорка объявил даты сбора опавшей листвы. Пока есть график только для жителей Стэттен-Айленда. Мусорные грузовики заберут садовые отходы 26 ноября или 10 декабря. Обе даты приходятся на воскресенье. Домовладельцы могут выставить все собранные листья на обочину с 8 вечера накануне одной из объявленных дат. Главное правильно упаковать все в специальные бумажные пакеты или контейнеры с крышкой. Жители острова могут получить бесплатные мешки для сбора листвы в местном ботаническом саду Snack Harbor. Там же можно сдать собранные листья, если ждать приезда специалистов неудобно. Между тем, в парковой зоне у реки Гудзон в районе Мидтауна появились 4 новых площадки для игры в пиклбол. Набирающий популярность вид спорта является чем-то вроде смеси тенниса, пинг-понга и бадминтона. За последние годы в пиклбол начали играть миллионы американцев. И родина этой игры является Нью-Йорк. Новые площадки будут открыты с 6 утра до часа ночи, и смотрители парка уже прогнозируют очереди из игроков. Для них подготовили скамейки и сидячие места, с которых удобно наблюдать за другими игроками, ну и ждать своего собственного звездного часа. Под площадку для пиклбола переделали складские помещения и парковку полиции Нью-Йорка в районе 34-й улицы. Это еще один способ градостроения. Строителей показать свою заботу о жителях Манхэттена.
Популярная закусочная Shake Shack объявила о новой акции. На этой неделе покупатели здесь будут бесплатно угощать сэндвичами с курицей. Для этого вам просто нужно сделать заказ как минимум на $10. При оформлении заказа нужно использовать промокод Chicken Dance. Сделать это можно как в самом кафе, так и через интернет. Продлится акция до 19 ноября. История успеха Shake Shack – это классическое воплощение американской мечты. Началось все в 2001 году с небольшого киоска по продаже хот-догов. Он появился в Мэдисон-сквер-парке в Нью-Йорке, а со временем бизнес превратился в модный ресторан быстрого обслуживания, который особенно популярен благодаря своим бургерам. На данный момент у сети уже более 377 точек как в Америке, так и за рубежом. И снова о спонсорах. Компания 1-800 Accident Personal Injury Lawyers – это динамичная группа юридических фирм, которые уже более 30 лет предоставляют услуги, связанные с телесными повреждениями и авариями во всех районах Нью-Йорка, Вестчестера и Лонг-Айленда. Более 100 первоклассных юристов с узкой специализацией будут работать для вынесения вердикта в вашу пользу. Дорожная авария, травмы, телесные повреждения – звоните 1-800 Accident. Консультация бесплатна. Но сейчас мы снова прервемся на короткую рекламу. Никуда не уходите. Далее расскажем, как грабителям удалось украсть картину Шагала стоимостью $100 000. Оставайтесь с нами. Нет. Я думаю, что уже забыли к этому времени. Уже не имеет смысла. Представляешь, возвращаться к этому, да, нет. Сейчас, да, слушай, ну... Угу. Единственное, что можно сделать, это если вернуть туда эту ВИОшку и тогда с обсуждением ее дать опять. Хочешь? Время есть. Да. Ну смотри, вот если мы вернем ее, да, она была, вот если мы вернем подводку, то через подводку я могу выйти в обсуждение. Ну давай, 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 по почте. Друзья, я очень прошу прощения, у нас просто мы сейчас пытаемся спланировать следующий блок. Хорошо, хорошо, все, договорились. Да, друзья, бывают такие какие-то неожиданные, нестандартные ситуации в эфире, которые приходится нам разруливать. Вот, ну, в общем, да, вот так. Давайте продолжим читать комментарии лучше. Так. Да, вот Джейди написал всех недовольных студентов в сектор газа. Да, ну об этом мы уже поговорили, да. А Диана написала все самые лучшие новости у вас. Благодарю, Диана Багратиони. А, благодарим друг нашего канала. Спасибо, нам очень приятно, что вы смотрите наш эфир. А, зритель под ником JY написал: «Браво, мистер Гуревич, спасибо». А, мы тоже благодарим Леонида за то, что он смог сегодня выйти в эфир и высказать свое мнение на эту очень болезненную сейчас тему. Алена пишет: «Вот я бы тоже с удовольствием работала до последнего дня жизни и даже не претендую на должность, просто быть нужной с опытом в жизни». А, вы знаете, да, возможно, поэтому тоже многие люди просто боятся выходить на пенсию, потому что там кажется уже, а что делать-то дальше? Да, и поэтому вот эта новая программа, возможно, поможет таким людям снова найти себя. Так, и мне потом написали очень приятный комментарий, комплимент, зритель с ником Тип-Тип. Большое спасибо, мне очень приятно. Спасибо, мы любим, когда нам пишут комплименты. Давайте посмотрим, может быть, еще что-то есть и в Фейсбуке у нас. Да, нам написала, Илья написал: «Здравствуйте». Здравствуйте, Илья, спасибо, что смотрите эфир. И продолжает... «Hi, we need peace». Да, нам всем нужен мир, мы все хотим мира. Естественно, никто не желает войны. Илья написал, что это стопроцентная правда, безусловно. Вот. Но возвращаясь, опять же, к этой ситуации, но у меня нет времени вернуться к ситуации, потому что нужно вернуться в эфир. Спасибо всем, друзья, за ваши комментарии. Мы возвращаемся. Significant down the back.
Это прямой эфир программы «Дежурный по Нью-Йорку», и мы продолжаем. 13 ноября в Бродвейском театре «Этель Барримор» состоялась премьера мюзикла «Бэрри Мэнюэл. Гармония». Работа над этим шоу продолжалась почти 30 лет. И вот, наконец, подстановку представили нью-йоркскому зрителю. К слову, в прошлом году шоу показали на сцене в Национальном еврейском театре «Фолксбен». Мюзикл «Гармония» — это история о немецкой певческой группе с еврейским составом. Барри Мэнюэл сказал, что это самая волнительная ночь в его жизни, а у него таких было немало. Первоначально мюзикл был поставлен в калифорнийском театре La Jolla Playhouse в 1997 году, и с тех пор его безуспешно пытались перенести на Бродвей. Проект застопорился из-за поиска продюсеров. Ну и вот, наконец-то это произошло. Литографию Марка Шагала стоимостью $100 000 похитили из нью-йоркской галереи «Карлтон». Известный выставочный зал, находящийся на 55-й улице, ограбили ночью. По данным камер наблюдения, преступники припарковались в одном квартале от галереи на старенькой «Хонде». Один из них вышел из машины, подошел ко входу и просто разбил дверь молотком. Сняв принт Шагала с мольберта, злоумышленник отправился обратно к машине, не очень заботясь о том, что ливший на улице дождь мог испортить украденное произведение искусства. Руководство галереи возмущено преступлением. Никто не думал, что в районе, где столько камер наблюдения и полицейских, можно просто взять и украсть важную художественную работу. Теперь галерее приходится усовершенствовать систему безопасности, в том числе нанимать охранников для круглосуточного дежурства. Никаких арестов произведено пока не было. Ведется расследование. Поговорим на эту тему с искусствоведом. Сейчас к нам присоединяется Анна Гарфункель. Анна, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Привет. Вот я здесь. Спасибо вам. Анна, как вы, что вы могли рассказать нам про эту литографию Марка Шагала? Насколько это уникальное произведение и что эта потеря значит для галереи? Вообще, это очень забавная история, потому что довольно на моей памяти таких похищений, таких наглых похищений из Нью-Йоркской галереи не было уже очень давно. И это говорит нам только о том, что популярность Марка Шагала растет, никогда не переставала расти и, видимо, все так же остается популярным среди частных коллекционеров, потому что, я, наверное, вы знаете, что несколько дней назад его работа продалась, работа Марка Шагала, причем довольно из довольно позднего периода, продалась на аукционе Сотбис за $15 миллионов. Но это был, так сказать, это рекорд, это самая дорогая его работа, проданная на рынке за всю историю коммерческих продаж Шагала. А вот эту литографию, которую похитили, наверное, мы никогда с вами больше не увидим. Скорее всего, она сядет в какой-то частной коллекции и будет там храниться, никогда больше люди обычные ее не увидят. А для того, чтобы, например, там стать каким-то обменным инструментом среди, там, скажем, в криминальном мире, это вряд ли произойдет. Идет, потому что все-таки она не такая ценная, но и, соответственно, сдать на аукцион или включить в какой-то каталог, или вообще представить публично эту работу, конечно, похититель вряд ли отважится, потому что его тут же поймают. Но вообще это беспрецедентная история. Безусловно, поражает, что кто-то может просто разбить молотком витрины галереи. Мы знаем, что вы много работали в разных галереях. Какие вообще используются средства для обеспечения безопасности? Почему этого не удалось избежать, не сработала система сигнализации? Почему их сразу не поймали? Ну, вообще, я хочу сказать, что я лично присутствовала даже при более наглом ограблении. Я когда это работала в галерее Mimi Furtz, которую, естественно, все зрители вашего канала знают. Это была старая, очень уважаемая галерея, которая продавала российское искусство. И вот однажды посреди дня буквально к нам дошли посетители, и пока я разговаривала с одним, два других попытались, например, поднять скульптуру Эрнста Неизвестного. Она весит как чугунный мост. Но их тут же поймали. Не успели, слишком тяжело. Ну, я должна сказать, что сейчас вообще по всему миру идет пересмотр, так сказать, охранных средств в галереях. То есть, насколько удивительно, что вот, например, здесь нету так называемых shutters. Это такие, вы знаете, есть
как такая, как железный занавес, который опускают галеристы, как правило, на ночь, чтобы не привлекать внимание, так сказать, снаружи. И все больше я вижу объявлений на галереях, в которых написано «by appointment only», что говорит, к сожалению, о том, что ситуация в Нью-Йорке конкретно с безопасностью даже в самых фешенебельных районах ухудшается. А вообще, как бы существует система, которая называется CCTV, которая называется Central Circuit Television, которая, это камеры просто стоят, и, естественно, следят, так сказать, за людьми, которые пытаются какое-то совершить похищение, но, как я уже сказала, это бывает крайне-крайне редко. Но в то же время в Нью-Йорке достаточно часто используется эта тактика, это называется smash and grab, хватай и беги, и из-за этого в некоторых аптеках, не в Нью-Йорке, в другом городе, не помню где, появилась фотография, где просто аптека вообще убрала весь товар с полок, и теперь там можно просто увидеть фотографии товара, которые можно купить, включая туалетную бумагу. Поэтому поражает, что такие произведения искусства могли вот так свободно оказаться в руках у грабителей. А что вы могли бы рассказать нам о самом марки Шагаля, об его вкладе в искусство? Да, на самом деле, вот я, как я уже сказала, в этом нет, в принципе, ничего особенно странного. Я даже не исключаю, что это просто, так сказать, заказное воровство. Вот кому-то очень хочется иметь именно эту литографию в своей частной коллекции. Не хочется тратить на нее такие большие деньги. Ну как, и потом, как бы, опять-таки, неудивительно, что это практически совпадает с рекордной продажей на аукционе Сотбис. То есть вы думаете, что это мог быть коллекционер потенциально, который просто решил воспользоваться послаблениями в обеспечении безопасности и недостачи полиции в городе? Абсолютно, 100%, потому что перепродать ее невозможно, она слишком узнаваема. Как я уже сказала, когда происходят миллионные ограбления, там, я не знаю, Веласкес или Ротко, то эти работы, как правило, потом используются в качестве бартера или каких-то обменных операций в криминальном мире. Но эта работа недостаточно дорогая, поэтому я подозреваю, что это просто какой-то коллекционер, который... или поклонник. Большой поклонник творчества Шагала. Да, и таких вы будете удивлены, их очень много, их становится все больше и больше. Особенно сейчас, скажем, грядет столетие сюрреализма как движения, то есть в следующем году это будет, так сказать, год празднования основания первого манифеста сюрреалистов. И вообще, и, как известно, сюрреалисты очень-очень почитали Марка Шагала. И он как будто бы был их предтеча, и черпали очень-очень много вдохновения в его работах. И поэтому, может быть, они тоже, кто-то решил быстро, опередив время, свою коллекцию расширить. Ну, конечно, ваши зрители особенно знакомы с творчеством Марка Шагала, ничего особенно нового, никакого нового большого открытия, я думаю, в моих словах о художнике из «Черты оседлости» Российской империи, который завоевал художественный мир по обе стороны океана, я не могу сказать. Единственное, что у меня... почему я недавно про него думала, вспоминала, что... Как сейчас очень популярен вот этот разговор о том, что такое национальная идентичность художника, кто такой Шагал, или это еврейский художник, единственный прижизненный, такой очень-очень популярный, и при этом как художник, который отображает, так сказать, жизнь местечка, то есть глубоко национальный, или это человек, который действительно своей как бы и наивностью, и простотой, и в то же время удивительной изысканностью поразил и Европу, и Америку одновременно. На меня очень... Я никогда не знала, что его любимый... То есть довольно часть большой своей молодости Шагал прожил сначала в Витебске, потом в Москве, и потом уехал в Париж, потом вернулся в Россию, потом уехал в Париж опять. И все, что он мог сказать о Париже... Как он говорил, что Париж, дорогой Париж, это мой маленький Витебск. Да. Мне кажется, это очень много говорит о нем, как о человеке, который действительно не хотел уходить от своих национальных корней, от довольно
скромного происхождения, но в них он смог найти целый мир, образы, которые были близки людям любой национальности, любого вероисповедания. Спасибо большое. Анна, мы, к сожалению, должны двигаться дальше. Благодарим вас за очень интересную беседу, за то, что смогли присоединиться. Искусствовед Анна Гарфункель была с нами на прямой связи. Благодарим вас. Спасибо. К другим новостям. Медленно, но верно приближается очередная премия «Оскар» в предстоящем сезоне. Мы узнаем, кто же получил большинство наград. И если звездные имена пока под вопросом, то насчет явного фильма-фаворита сомнений ни у кого не возникает. Как говорят критики, полнометражная лента «Барби» претендует на самое большое количество номинаций. Как полагают продюсеры, лента будет представлена также и в музыкальных категориях. Возможно, сразу два трека окажутся в шорт-листе. А одну из песен «Я просто Кен» даже предлагают исполнить в качестве номера во время церемонии вручения премии. В общем, авторы, которые написали музыку к этому фильму, уже ликуют. Я думаю, очень многое повлияло на успех всей картины. Музыка тоже стала своего рода хитом всей франшизы. Знаете, я был так счастлив, когда пошел смотреть наш фильм в кинотеатр на Таймс-сквер и видел по пути сотни людей, одетых в розовое. Даже молодые люди носили розовые поло. Девушки-мусульманки были в розовых хиджабах. Так и было. А потом появилось много розовых ковбойских шляп, которые я не совсем понял, откуда взялись. Но найти розовую ковбойскую шляпу было нелегко. В общем, это было настоящее сумасшествие. Саму ленту уже называют феноменом 2023 года. В некоторых кинотеатрах Манхэттена все еще идет показ этой картины, и спрос на билеты не падает. Если говорить про глобальные сборы от проката, то эта цифра почти вплотную приблизилась к отметке в 1,5 миллиарда долларов, что поставило «Барби» на 14-ю строчку списка фильмов-лидеров по кассовым сборам всех времен. Если завтра у вас возникнет желание прогуляться, компания «Атлета» проводит несколько акций в разных районах Манхэттена. Бесплатные мероприятия будут проходить в парке «Хайлайн» и на катке «Уолман Ринг» в Центральном парке. Горожан также ждут подарки. Леггинсы бренда подарят первые 1000 посетителей в магазинах «Атлета» в районах «Флэт-Айрон» и «Соха». На катке запланированы фотосессии, выступления музыкантов и горячий шоколад. Ну а подробнее обо всех этих акциях можно узнать на сайте фирмы. Ну и в завершение наша рубрика «Видео дня». Сегодня она о супергероях, но не в кино, а на самой обычной платформе нью-йоркского метро. Очень бы не помешали в метро Нью-Йорка вот такие спайдермены. Ну что ж, программа сегодня выходила при поддержке салонов оптики Mega Vision. Нас также поддерживала и компания 1-800-Accident. Юридическая помощь при авариях и травмах. На этом передача подошла к концу. Спасибо, что вы провели это время вместе с нами. В студии была Наталья Романова. Всего вам доброго и до встречи.